Просто на дураков не обижаюсь. Блин, с кем из блогеров из Нефтекамска общаешься? У нас там есть блогеры? Кстати, мне многие парни пишут. У нас там есть блогеры, я не знаю. Типа, я общаюсь со своими друзьями из Нефтекамска. Кто-то, может, там блогер, кто-то не блогер. Из Нефтекамска, те, кто меня знает, это вот Женька Хазиева. Ну, кто, те, кто из Нефтекамска, я по-другому знаю. Салават Хайруллина, Женька Хазиева. Я тут на ночь, как обычно, ем. Ладно, типа блогер, может, он. А чё у меня такая камера мутная? Извините, ребята. А почему в ту же пятницу было мужское? Ну, это по эфиру было в ту пятницу мужское. Да. По эфиру в эту пятницу женское было. Да, моё. Адриана упоротая и наша, и ваша, в смысле. Чем тебя зацепил Алексей? Ты достойна лучшего. Чувствуем юмора, наверное. Что-то нифига. Ну-ка, мутная камера у меня. Сейчас нормально. Так, значит, всем здравствуйте. В этих лагерях. Вы чего? Почему расстались? Классная же пара с Лёхой, помиритесь еще. Не знаю. Но я к нему нормально отношусь. Пофиг. Лина на проекте? Нет, Лина ушла. Привет из Америки. Привет. Сейчас, секунду. Я тебе дала. У меня такая палка тут. Видишь? Где палка? Нога. А, нога. Если не так больно сидеть, короче. Попу болит. Хочешь подушечку положить? Да. Еще, ребята, секунду. Подушку? Да. Ну, давай. Кости на попе болят. Я думаю, как-нибудь сейчас. Прислониться? Да. Подруга из Казахстана очень хорошая. Ну, уже замуж у меня двое детей. В одном из самых, в Алматах, в одном из самых крутых заведений. Так, что там мне пишут? Привет из Ставрополя. Привет. Привет. Приятного аппетита, спасибо. Нам вообще надо худеть. На у нас как бы конкурс. Адриана ревнует, тоже в эфир зашла. Следите за мной. А ты сколько подписчиков? Что-то там около 9 тысяч. Ты так долго здесь, у тебя 9 тысяч только? Очень медленно подписчики набираются. Ну ты капец. Я пришла, у меня было 1000. А что там Адриана делает? Она в эфир вам вышла. Ем и фигней страдаю. Да. Ты вспыльчивая. А чего от камеры прячетесь? Ну, смотря от чего. Мы хотим посидеть в тишине без микрофонов, потому что мы когда сидим там в прямых эфирах, все равно говорят микрофоны надевать. Я больше на смех, посмеяться. Да, 32 человека смотрят. 38, ну, уже, тоже извините. Немного. Днем больше, кстати, днем около 200, наверное. Приветствую из Афганистана. Привет, Афганистан, ты классная, веселая, позитивная. Спасибо. Адриана, как я, но очень волнуюсь. Дима ушел, да. Да ничего, нормально. Я думаю, она была к этому как-то морально готова. Просто она многое умалчивает, потому что никому не доверяет на проекте. Нет доверия здесь никому. Да. Никому. Можешь простить измену? Секунду. Не знаю, она скорее нет, чем да. Не было такого, не знаю. Как бы я отреагировала, смотря от отношений к человеку. Мне очень нравитесь. Красивая. Спасибо большое. Самый красивый, интересный проект. Спасибо большое. Красивочки.
очень прикольно, непосредственно. Спасибо. Мы сегодня дурачились очень, да, с Адрианой, и я думаю, что это все засняли, и вы через неделю увидите в эфирах. Меня сходим с ума. Эфирах, ура! А еще, а мы дурачились в тот момент, когда я поела, короче, а я когда поем, у меня живот надувается, как будто я беременна, где-то 4-й месяц, может, 5-й. И мы после этого начали тут угорать, и, может быть, его увидите, мой огромный живот надутый. Так, что там пишут? Куда ты упала, ты опять? Сколько платят на проекте? Ну, от 50. Или вы как-то косячили? Плохо разговариваю. Скучаешь по Сидорову? Да нет, нет у меня такого. Просто мы с ним остались в хороших отношениях, как бы. Блин, почему сигнал плохой? Я ему плохое не желаю, не он мне. Сигнал очень плохой. Нормально. Ты нет такого, интернет что зашла, там поэтому плохое. То есть вот раньше, когда я расставалась, очень красивый был. Пара с Андреем. А тут на проекте нет. Андреев любит пьющих. Я не жалею, как бы. Да, Андреев только за, чтобы я пила, кстати. Я жду нового мужчину, которого я полюблю, и все будет хорошо. Не хочу делать фикцию, если мне человек не... Я понимаю, что он по душе мне, так, я, да, не хочу себя заставлять ради проекта. Я лучше одну это там буду. Лекс, надо, не надо. Лекс хороший, причем вообще. В гардеробе сидел у меня в комнате. Лена покинула проект. Почему ушел Дима? Я не знаю почему. Мы сами сегодня только узнали. Блин, что у тебя с идеями? Мы не вместе. Почему Дима? Кто такой Шарапов? Я не понимаю. Не каждый день. Почему Дима ушел? Не знаю. Нет, не каждый день. Когда у тебя закончатся иммунитеты? Слушайте, для меня иммунитет был всего один раз. Если даже бы я каждый день пила, мне кажется, ситуация, когда с Моргином... Моё лицо выглядело бы гораздо хуже. Вот, только в этот раз мне иммунитет давали. Все, больше мне иммунитетов ни разу не давали. Действительности рядом хочет другую женщину, а вы для него способ... Еще против меня 100 голосов не было. Он себя выше всех считает. Вот только последний раз было много голосов. Если это правда, что он пытается самотвердиться. Ну, от того, что он пытается, это же не значит, что у него получается. Что-то так есть. Пускай он свое самолюбие... для себя как-то разрушать. Я при этом уже не становлюсь. Тут приятно. От того, что он так делает. Спасибо. Изначально то, я видела пару Димы Яны, что думаешь, потому что произошло. Исход был очевиден. Я так и думала, что так и будет. Сама. У тебя есть татуировки? Нет, сама нету. Ты на самом деле это вы его верите. Адриана, скучаешь, ты посижила? Нет. Верьте, типа, сама не хочу. Дима ушел с Яной или один? Да, я сижу, вот, ой, Адеев там хочет. И тут вы все я поняли, что он... Хочу находиться, хочу вот так вот себя вести, хочу вот так вот отношения продолжать. И все, я делаю, что я хочу. Не захотела бы, если бы мне все это не нравилось, я в любой момент могу уйти. А я, Леша же не последний мужчина. Я уверенная в себе девушка, я знаю, какая я. Скоро... Кому посоветуешь? Из мальчиков? Из девочек. У нас есть Адриана, Катя, Лекса, Эльмира и я. Посоветую себя, да? Нет, не буду советовать себя, мне нужно увидеть человека. Вообще, это сам. Ой, можно сверху начинать. Вот, так даже поприкольнее. Мне все равно, у меня что-то с экраном, он прям... Если сфокусируется какая-то другая часть тела, то нормально. Вот так у меня лицо очень сильно светится. Я со всеми вообще ощущаю нормально. Ладно. У меня никто ни с кем не выражает ничего, я нормально к этому отношусь. Устала клоняться, наверное, все присел. Ну, хоть забирай. Вроде пока нормально. Вспомниться так хочу. О, старость, старость. Так. Кто из девушек сейчас свободна? Свободна, вот Адриана. Все. Все почти свободные.
У нас мальчиков нету на самом деле. Один в мужской спальне, один парень. Ну, два новенькие еще есть. Да. Ну, на этом голосовании кто-то уйдет, скорее всего. Так что парней не хватает. У нас, кстати, был уже такой момент, когда голосование было Артем Гран и Илья. Только, ой, подожди. Из одиночек у нас был только Артем Гран, вот недавно. Да, я же помню такой, да. Против голосования пришел. Против Эдика мы голосовали. Он тоже не ушел. Потому что пару, типа, погоняют, и никого не это. Не видно, да. Пожалел ведущий. Дралась когда-нибудь, конечно. Так. Какого города есть, Башкирия или город Нефтекамск? Надеюсь, ты встретишь достойного парня, будешь счастлива. Спасибо большое. Не надо жевать, уважая зрителя, кто мешает и разговаривает. А я, естественно, уважаю зрителя, но то, что я жую, я думаю, в этом ничего страшного нету. Катя, новенькая, рыжая, Эльмира, Лекса и я. Тебе без ресниц так хорошо. Стелька такие смешные, все многие взрослые себя ведут как дети. Да, такое бывает, это нормально, я думаю. Катя. Я не знаю, а Катя в эфир вышла уже? Да, вот с понедельника она вышла. Новенькая, уже в эфир есть. У меня 8 Катя плюс. Маленькая блондинка, рыженькая. Так, тебя да, плохо слышно. А со мной рядом Альбина, она тоже в прямом эфире. Зачем Адеев на проекте? Он же старый и страшный. А, слушайте, он это не страшный. Это все возраст. На самом деле. Он выглядит просто моложе гораздо многих здесь 30-летних. Моложе меня выглядит. А то, что там цифра в паспорте, это ничего страшного. Она не решает. На самом деле он Адеев такой. Как мальчик, наверное. В общем, с ним какая можно там девочка, поражать, девочка, поприкалываться. Вот, а многие там в 20 лет пытаются себя выдвинуть. Типа смысл. Они такие взрослые, они все решают. А на самом деле, нет. Того, что он на самом деле, они ведут себя как дети. В чем я-то искренне пришла. Искренне отношусь, а он нет. Альбина с Клеевым. Ты с Клеевым рассталась? С Клеевым. Ну да, да, не расстались. Поэтому Альбина пока одна в комнате, я к ней хожу в гости. Нет, драки никогда не проиграла. Я боксом занималась. Я с мужиками дралась. Вот самый адекватный у вас это Эльмира. Ну, для вас она, да, адекватная. У нас в каких-то моментах скучновато. Угу. Самое страшное, Дев красавчик, да, Дев. Она умненькая, красивенькая девочка. Новый год. Не знаю, почему вы других считаете неадекватных. Мы просто прикалываемся и любим подурачиться. Может быть. В этом нет ничего такого. Все знаете его левый аккаунт, я не знаю его левый аккаунт. Че, Илья, нашел кого? А, ну, вроде там какая-то девочка должна к нему прийти, не знаю. Я же познакомилась с Кутку с Нового года, нет, мы общались. Привет, Слонграда, о, привет. С Адеем будешь, Лёша пишет мне. Сколько тебе лет? Мне 22. Все зависит от Лёши. Ну, не все, конечно. Ну что, завтра против кого голосовать будете? Зависит от того, от его извинений и понимания. В общем, там половину голоса поделились на меня и на новенькую. Хорошая, много чего добьешься, спасибо большое. У меня нет левых. А мне много раз писали, что у тебя левая страница, типа, и ты тут сидишь. Ту-ту-ру-ту-ту, ту-ту-ру-ту-ту.